Козлов, и все-таки вопрос самый первый, он так висит в воздухе. А вы вот вместе все учились? Потому что я посмотрел, вы в один год закончили, в один год родились, значит, все вместе поступили. Как это проходило в учебном заведении? Действительно, мы вот четверо человек из основного состава пилотажной группы являемся однокашниками. Вот, пришли в училище у нас только вот, Александр Богдан и Олег Ерофеев поступали вместе. Вот, а мы еще поступали в Великом Советском Союзе. Я вступил в Ейское училище, Андрей Анатольевич поступил в Харьковское училище. Вот, ну и потом по мере разъединения, развала Советского Союза, разъединения наших стран, вот Андрей Анатольевич попал в Ейск, и уже после закрытия Ейского училища мы вместе встретились в Каче. Вот, в 1995 году мы это училище вместе закончили. Вот, и путь в Кубинку, путь в эту пилотажную группу был у всех разным. Андрей Анатольевич, Олег Иванович Ерофеев в 97-98 году, соответственно, прибыли. Александр прибыл в 2005. Вот я в 2007 году. Вот с тех пор мы летаем вместе в одном строю. Спасибо большое.